Добрый вечер, дорогие москвичи, добрый вечер, дорогие гости нашей столицы. Сегодняшний эстрадный концерт организован не только Государственным центральным концертным залом России, но и в первую очередь Украинским центром искусств в Москве. А сейчас внимание! На сцену выходит самая юная участница нашего сегодняшнего концерта, но уже победительница конкурса в передаче «Утренняя звезда» Юлечка Началова. Любили вас. Папа.